преддверии Дня медработника чествовали не только практикующих медиков, но и врачей, преподавателей Тверского государственного медицинского университета. Им вручили премии «Альма-Матер» в разных номинациях. Впервые эта награда была учреждена в 2019 году, поэтому нынешняя церемония стала четвертой. Тверской государственный медицинский университет является кузницей кадров здравоохранения. Причем известен он далеко за пределами Тверской области, как и за пределами России. На сегодняшний день здесь обучается примерно 900 иностранных студентов. Сегодня, в преддверии праздника Дня медицинского работника, сотрудники университета, преподаватели, которые в массе своей являются также практикующими врачами, получили награды. В первую очередь, это награды самого университета, учрежденные им, это «Альма-Матер 2022». Одна из номинаций премии – профессиональное наставничество. Ее получила главный врач центра имени Аваева Корене Конюхова. Медучреждение приняло свой коллектив молодых специалистов. Руководитель тепло отозвалась о новых сотрудниках и отметила высокий уровень профессиональной подготовки, полученный в стенах ТГМУ. Будущих кадров здравоохранения воспитывает и врач-лор-хирург, доктор медицинских наук Елена Портенко. Она не только наставник, но и 30 лет как практикующий доктор, победитель номинации «Профессиональная деятельность». Вся моя жизнь, вся моя учеба, все совершенствование, помощь людям оказалась не зря. Очень, я всегда говорю своим студентам, что вы должны лечить людей так, как будто вы лечили свою маму, бабушку и детей. Медицинское образование остается по-прежнему востребованным во всем мире. А Тверской медвуз ежегодно штурмует абитуриенты с максимальными баллами по ЕГЭ со всех регионов. Наш университет – это альма-матер, где куются кадры, где куются врачебные сообщества. И не только студенты, у нас учатся и ординаторы, и врачи. И очень рада заинтересованности такой СМИ и пресс-служб для того, чтобы популяризировать в дальнейшем нашу профессию. Это очень важно, потому что, наверное, врачи сегодня и медработники – это герои нашего времени. Медицинских работников поздравила с праздниками исполняющая обязанности министра здравоохранения Тверской области выпускница Тверской медицинской академии Ксения Абрамова. Медицинские работники – это люди, которые пришли в свою профессию по зову сердца. Там нет случайных людей. Но то, чем занимаетесь вы, это вдвойне достойно уважения. От вас зависит уровень профессиональной подготовки наших врачей. Помимо внутренних наград, некоторые медицинские работники, это медсестры и врачи, были награждены почетными грамотами и благодарностями как от законодательного собрания Тверской области, так и от городской администрации. Подарок медикам преподнесет и Тверской ОРТПЦ. В это воскресенье телебашня включит праздничную подсветку ко дню медицинского работника. Попутно коллектив этой организации поздравляет всех работников медучреждений и благодарит их за самоотверженный труд.